Правда, наверное, в том, что стихи цеплять не умеют. Цепляют эмоции, голос и тон. Цепляет на шее ее ожерелье и то, как звучит это все в унисон. Стихи созданы для прыжка перед страхом. Стихами покажем себя изнутри. Ведь стих — это жалко. И всякий тихонько смеется над теми, кто пишет стихи. Стихи — это строчки с каким-то там смыслом, которые поймут не всегда. Стихи не цепляют. Просто не каждый услышит. В строчках цепляет душа.